Ох, надо даже кто-то ночью подписывать, смотрит. Спасибо большое. Ну, поехали. А, ну там типа большой по итогам 2 месяцев. Большой турнир, где 32 на выбывание с дабл элиминейшеном. А если там еще попадаешь в топ, то на чемпионат мира, который в ноябре выходишь. Но это же совсем будет мечта-мечта. Ладно. Мулиган. Окей, первый, второй, третий есть. По идее, у него 2 харшула только, да? Поэтому мы можем немножко посмелее играть. Мне так кажется. Да, у него 2 харшула. И 2 в запасе. То есть 2 игры у нас есть шансы. Надо ли нам меняться? Вот в чем вопрос. Будет титан, что мы там будем делать? А, давайте. Я заберу блокера сильного. Может быть, это неправильно, но... Еще один хиллер. Ну ладно. Это уже хуже. Давай сходим этим в атаку спокойно. Возможно, конечно, там 2 харшула, но, блин. Титан. Титанище, да? Окей. Окей, что нам важнее? Чемпион с дестачем, либо... Не, чемпиона мы еще успеем. Давай ему сейчас вот так покажем. Да, вдруг там раскачка придет, мы-то сможем сыграть с раскачкой. Тебе неужели Ванка шпадровывает? Еще один студент, окей. Так, если мы сейчас пойдем... А, что мы мучаемся? Убьем просто Титана. И всем в атаку. Давай пока одним пойдем. Может, конечно, я не прав, но... Давайте рисковать. Харшул так харшул, куда деваться? Нет, это просто сераф. Окей. Так, сколько он здесь будет пропускать? 4, 7 и 5. Да, 4, 7 и 5. То есть он блокает вот этого, допустим, вот этого.
А, дракончика мы выводим. Он убирает дракончика, убивает вот этого. А здесь ему влетает тогда. Да нет, дофига влетает. Ладно, пока так попробуем. Здесь есть маршал, значит выманим на маршала. Да, окей. Кайме мы выманили его на маршал, это уже хорошо. И тут тебе, да, на два парламента, да? И, наверное, одну птичку мы хотим поменять. Зря я, конечно, сходил, надо было это, сначала сходить в атаку, вдруг он... Так, он две земли нашел, это не страшно на самом деле. Ух ты как. Ух ты как. Ну давай пробовать. Пусть забирает этого. Мне вообще не жалко, если он его заберет. Ну, теперь три облитерейта, либо дум с ускорением. Опа! Похилялся. Ладно. Хотя, может, был, наверное, 7 в атаку пойти. Да, а чё я не пошел 7 в атаку? Я так мисплейнул. У него осталось бы 2 хп всего лишь. Да, он был 7 в атаку идти, он бы блокал 3-3, 2 хп бы у него оставалось. Ой, 3 хп оставалось, еще торч бы помогал. Хоть записывать пока, как я играю, а то вообще забываю. Это просто жесть какая-то. Нет, торчи-торчи, нам здесь не подойдут такая рука. Тут, конечно, похуже, но ладно. Опять никакой ранней агрессии нет, а мы должны либо быстро убить его, иначе шансов мало будет. Поставим пока чемпиона, дальше посмотрим. Пусть я думаю, что там раскачка может быть. Окей, значит он блокает вот этого будет блочить. Не хочу. Хочу урон вписать еще.
Хочу вписать еще один урон. Точнее, два. Да, так нас вообще бы никого не было. Окей. Оппонента чуть-чуть пофлудило. Точнее, покрючил по земелькам. Уже комментировать все подряд как-то уже сложновато, да? Это неправильно я сделал, да. Надо было инстигатор оставить, и все. Мне надо было ставить инстигатора, и все. Тогда у него был один хп, я бы его добивал. Пропустил, летал. Блин. Как так можно? Опять летал, пропускаю. Уже все. Блин, 2 часа ночи уже, блин. Вчера Эван дополна был у нас. Окей, 2-0 мы пока идем. Я опять не хочу сайдиться с этой колодой. То, что камбрея. Все остальное медленно. Он сейчас засадит харшулы. Все вот это будет все медленно. Суфокейты нам не нужны. У него все кричи, все делают свое дело, да? То есть нам кабалки нужны, чтобы обходить, например. Давайте такой же. У нас так против него все нормально. Должно быть. Там сейчас садили два харшула, ставили студентов. Студентов, стендтугезеры, рунхаймеры. Там убрали всяких мистиков, маршалов. И сейчас будет агрокамбрей, который, по идее, нас давит. Четыре студента можно, три студент-тугезера, то есть можно все вообще засадить полностью, реалити вардены, выкинуть всякие там грейд-парламенты, мистиков, маршалов и сделать нормальный агрокамбрей, который чисто по картам нас намного сильнее. Да, куда же без студента? Ставим 3-3, мы хотя бы можем поблокать, если что. Хотя нам, конечно, невыгодно блокать. Нам надо агрить вперед. В принципе, рапидшот здесь помогает нам. Давайте поставим пока 5-5. Есть что, мы даже на студента отдадим. Можно сходить 2-2, можно сходить 5-5. Нам, по идее, как-то прокинуть War of Favor.
5-5 неохота. Титан я хочу облитерейтом убить просто. С другой стороны, облитерейт в лицо. Либо вот в этого. Давайте вот так вот сходим. А там батл stand together будет, да? Сейчас проверим, есть ли у него какая-то раскачка. Нету. Не будем пока ставить. Я боюсь Харшулов. Нам хоть чуть-чуть надо, а у нас выйдет с ультой потом. Да, Харшул тут. Студент, земелька, окей. Вардан, окей. That's cute. Now it's my turn. Окей, прокинем торч под этого, если что. Окей, насколько нам... Не, Варден нам на самом деле страшный. Студента мы сможем потом убить облитерейтом просто, если что. Хм, совы? Нет. Ну, давайте убьем одну крич у него. Сейчас зря, наверное. Надо было просто на 6 давать и все. 6-6 и еще, да. Окей, просто в атаку. Чача. Чача, давай. У нас с вами 13 ровно. Ровно 13 урона. Сможем ли мы что-то сделать? Можем ли пропустить здесь, ради того, чтобы пробить здесь? Нет, он и так с дестачем. Да, мы просто атакуем. Нам надо нести как можно больше урона сейчас. Конечно, надо было ее убить. Блин. Надо было ее убить. Вся надежда, что нет маршала. Окей. Блин, а? Ладно. Чё же я ее не убил-то, блин? Чё-то я так мисплею уже вообще вовсю. Неужели там маршал? Харшул-то. Фу, блин. Чё я пропустил? Да. Нам теперь надо просто кричу. Он все равно умрет, правильно?
Фу. Блин. Да. 3-0 же? 3-0.